На самом деле мы ждем дня рождения Клода Мане. Оно ровно через 2 минуты состоится. Так что я думаю, что мы все должны набраться этого импринистического духа, впитать в себя флюиды абсента, которые сейчас вот вспыхнут буквально еще через минуту, и мы начнем наш концерт. Все готовы? Если кто-то хочет, может вот сюда приблизить инструменты сиденья, чтобы не стоять у стенок, кстати, советую. Берите, это суаре, это не рок-концерт. Так что... Где там, Женя? Вынеси стулья, если там есть. Садитесь, наливайте абсент, напивайтесь, употребляйте вещества, радующие глаз. Потому что сегодня будет много импрессионизма и совсем не будет рок-н-ролла. Вот, вот здесь вот такое пространство пустое. За первый ряд встанете и чуть-чуть повыше камеру. Вот сюда встанете, в центр, вот сюда, и камеру повыше. Стул разверните, он, по-моему, Клод Мане не приближается, чувствует дисгармонию. Нет, туда, туда, туда. Все. Так, вот отсчет пошел обратный. И когда Клод Мане приблизится, мы почувствуем все в район площади Восстания. Я думаю, нужно встретить его аплодисменты. Еще рано, стоп. 5, 4, 3, 2, 1. Итак, Клод Мане здесь. Мы можем начинать наш праздничный суаре, который... Начнется самой главной импрессионистической песни следующего альбома, который должен был выйти в начале 18 века, «Бриллиантовый дым». Выйдет он в 21 веке. Написан он был мною и Клодом Дебюсси совместно, но сейчас я буду исполнять его один. Итак, группа «Оберманекен» перед вами. Данила Холодков, мастер барабанной палочки. Покажи, пожалуйста, левую барабанную. Именно эта палочка ему лучше всего удается.
Также он делает прекрасный фестиваль «Ионосфера», играет замечательной группе «Шот Париша». До этого была у него большая биография как мушкетера-кардинала. Так что, видите, вот это остался образ белого Д'Артаньяна, снежного, как мы знаем, Д'Артаньяна, один из самых страшных орудий французской революции. Итак, «Бриллиантовый дым» только для вас. Метеоритным дождем
марсианки не спят, получив мой сигнал. Марсианки не спят, наслаждаясь небесным огнем. Оркестр пожарных поет про меня, оркестр пожарных поет про меня, оркестр пожарных поет. Спасибо большое. Рад вас всех видеть, что вы все живы-здоровы. С прошлого нашего визита прошло уже 500 лет, но вы употребляете правильные средства молодости. Итак, следующая песня в нашем суаре, она, наверное, самая главная песня, посвященная вот Клоду Моне, должна быть. «Город в солнце» она называется. Написана она была на английской набережной в первом составе «Обер-манекен», который сегодня будет потихоньку проявляться на нашей фотографии в 1980 году. Еще был жив Петр I, Меньшиков и Леонид Ильич Брежнев. Вот в это время была написана эта замечательная песня. Воздух был чище, колбасы было меньше, поэтому она получилась очень романтическая, почти невесомая. Невесомости было много, потому что Гагарин совсем недавно был в космосе и привез очень много невесомости на Землю, ее хватало на весь Советский Союз. А сейчас просто несколько капель ЛСД в минеральной воде. Итак, «Город солнца». Ваши аплодисменты. Заодно я как бы сделаю такую ремарку. Жень, можешь найти скотч и бумажку? Пожалуйста, где-нибудь там. Или там в офисе есть. Да, да, да. Так, «Город солнца». Еще раз. Стены белые, все под дымкой, все не смело, словно росчерком пера, завершающего дело, застывает воздух криво в отражениях воды. Так красиво, так красиво, так красиво. Пух ветер и случайные сады попадаются навстречу. Thank you.
Клод Мане там сейчас. Клод, доволен? Да. Это из Петербурга, это вот люди русские, которые с удовольствием ходят в Эрмитаж, смотрят на твои картины. Ты рад? Ему приятно. Так. И эта тема Франции, тема русской культуры, которые пересекаются и с начала века переплетаются очень серьезно в творчестве, которое как бы Серебряный век адаптировал из французской поэзии. Но еще Александр Сергеевич Набоков, знаменитый космонавт, любил переиначивать знаменитые произведения своих друзей из предместья Парижа, и мы имеем замечательную русскую прозу, поэзию, благодаря вообще литературу, благодаря вот этим соединениям. Поэтому следующая песня, наверное, во многом была навеяна как бы таким европейским влиянием на русский дух. Вот видите, ножичек пришел. Это любимое было... любимое средство чинения карандашов у Клода Мане, и заклеивание и приклеивание на гитары чего-нибудь. Так, следующая песня, чтобы не уходить в туман подсознания, называется «Ночной портье». Я вас не слышу. Таким образом, мы присоединяемся к кинематографу Феллини, репетиции оркестра. Thank you.
и роскошь, серебристая пыль, кокаина, зимние бабочки спят. Thank you.
если есть дополнительная вода для встречающих Клода Моне, я думаю, пора ее выносить. Наша закончилась. Итак, мы обещали одного из первых занимающих пост бас-гитариста Оберманекен. Им является Евгений Калачев, извиняюсь, Евгений Титов, извиняюсь, Евгений Гагарин, извиняюсь, Евгений Моне. На самом деле, Женя с фамилией второго космонавта планеты. После Оберманекена он резко ушел в сторону панка и стал играть в группе «Автоматические удовлетворители». Там он приобрел себе снежного ворса бакенбарды, бас-гитару и две примочки. На самом деле смешно, я встретил его лицо уже в Нью-Йорке, когда по 14-й улице мы играли в CBGB, а на 14-й улице были книжные развалы, пластинки, в общем, разные антиквариат, но главное – книги. И на одном лотке музыкальном было много музыкальных энциклопедий, и одна из них, посвященная панку, огромная, желтая, как сейчас помню, и лицо мирового панка представлял Евгений Титов. Каким-то образом он попал туда, на обложку, так сказать, обогнав Джонни Роттена, Сида Вишеса и даже Леонида Ильича Брежнева. Кстати, самого обостренного панка нашей эпохи, потому что он разрешил перестройку. Вы знаете, да? На самом деле все думают, что умер Брежнев, но человек с такой улыбкой не мог умереть. Он уехал в Латинскую Америку, там же, где Геббельс, Геринг, Борман, замечательные вот эти вот тропические леса. И они до сих пор оттуда подают сигналы нам. Иногда мы их чувствуем, когда кончается туалетная бумага или очередь в магазинах. Так, и, значит, Евгений Евгеньевич Евгеньев. Русский Sex Pistols. И песню, которую мы хотим исполнить в этом уже составе, называется она по названию альбома, который вышел в 2000 году и был записан в Нью-Йорке на студии Сюзанны Веге. И называется он «Магнетизм». Я вас не слышу. Молодцы, спасибо. Вот еще раз, вот как в конце была такая хорошая аккорда. Черных. Час услышать космический джаз.
пенья галактических труб. Как мне спасти тебя от реальности? Как мне спасти наш животный магнетизм? Я погружаю тебя в невесомость. Сейчас, сейчас. Час растопить воск твоих губ. Как мне спасти тебя от реальности? Как мне спасти наш животный магнетизм? Как погружаю тебя в невесомость? Сейчас. Thank you.
Все воздушные поцелуи только для вас. Для вас отдельно. Так, и так как у нас праздник и суаре, мы движемся не по прямой, у нас довольно извилистый маршрут. И в него был включен специальный, как даже назвать, агент другой цивилизации. У меня есть несколько друзей, которые учились у гуру и сенсея гитары Роберта Фриппа. Их всего двое, как выяснилась современная антропология. В России их всего двое. Вот в Москве я общаюсь с Андреем Сучилиным. Это такой древний уже, примерно как мамонт, ученик гуру. И здесь у нас есть в Петербурге как бы посланник вот этих муз флиппертроники Александр Александрович Александров. Замечательной группы, которая называется «Стереосолдаты». Ну, я как бы по-русски говорю «Зольдат», конечно. Оберманекену надо знать, что «Зольдат», «Стереосолдат». «Стереосолдаты», представляете, какая у нас сейчас сложилась? Ассамбляж какой сложился. Русский Sex Pistols. Русский Роберт Фрипп, Кинг Кримсон. Данила отвечает за всю современную музыку 21 века, не касаясь Radiohead и Muse. И я за Оберманекен. И вот такой могучий бронированный танковой дивизии эсминцев мы движемся в направлении альбома, который недавно вышел. Назывался он «Серпантин Венеция». Был издан на виниле. Кто имеет к нему столько денег, чтобы купить, я не знаю, здесь, в Петербурге сейчас. Но он также вышел потом в виде приложения к журналу «Стерео Видео». Такой аудиофильский журнал, очень хороший. Там был тираж 126 тысяч экземпляров. Надеюсь, какие-то капли этой росы опустились на ваши уши. Итак, песня «Сырцо». Твои слова, твои глаза, когда жара.
растопит тонкий лед. Скажи, когда пора домой, в созвездии льва, пора домой, в созвездии весы. Thank you.
чудеса, сойти с ума, как хороша игра с тобой в сердце. Кто не пройдет наш фейс-контроль, тот попадет в музей мадам Тюссо. Пора домой, созвездие льва. Пора домой, созвездие весы еще раз. Пора домой, созвездие льва. Пора домой, созвездие весы. Дискотека третьего тысячелетия.
Я всегда говорил, что Пинк Флойд жив. И жив он в Оберманекен. Это наш Dark Side of the Moon. И Shining on the Crazy Diamond. Капли мескалина вокруг минеральной воды. Похлопаем Роберту Фрипу. Роберт был сегодня хорош, бодр, моден. Его гитара досталась нам с корабля, который прибыл с Сириуса. И на самом деле, чтобы Суаре не превращалась в рок-фестиваль нашего радио или Максидром, мы сейчас споем заключительную песню. Я думаю, сегодняшний вечер многим дал витамины любви, витамины изящества и витамины Клода Моне, которые очень помогают в жизни. Если много говорить Клод Моне, 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 то появятся деньги, как вы знаете. Итак, последняя песня нашей замечательной встречи называется по названию последнего уже альбома. Называется «Серпантин Венеции». Еще раз. Когда ты прячешься в волшебном серпантине, и слезы падают в той ледяной мартини, как гондольеры с берегов Венеции, я слышу эхо в инопланетном сердце. И это лето так сентиментально, и это лето спиритических сеансов, и это лето станет нашей тайной, и я спою тебе жестокие романсы. Ты скроешься за черной полумаской, в глазах увижу сладострастное фиаско. Я обещаю, это время будет сказкой, и ты умеешь быть шиншиллой или лаской. И это лето спиритическое.
куда ты скроешься в волшебном серпантине. Осень хорошо, зима еще лучше. Я вас не слышу. Давай еще, это может относиться только к Жене, потому что он панк. Что ты дашь им? Мы можем сделать маленький аттракцион, аукцион тех песен, которые нам хочется услышать. Я думаю, вот каждый может сказать, что он хочет, какую песню услышать. Как? Византийский астронавт. Раз. Осавиахим. Два. Президент Масса. Три. Дачные велосипедистки. Рыбангел. Вот сейчас нужно, кто громче скажет. Наши хороший совет в пятницу, правильно? Ну что, вот у нас есть резидентка Масада. У нас есть астронавт. Есть Осо Авиахим. Астронавт реже всего, потому что он, в принципе, находится еще в стадии написания вот следующего альбома. Но молодой человек прав, она иногда звучала. Где вы ее слышали? Византийский астронавт. Ну, тогда нам придется распрощаться с Сидом Вишесом, потому что он в этот период употреблял портвейны 777, которые нужно было, чтобы выжить панку, в общем, вводить внутрь организма. Но Осо Авиахим он знает. Хотя бы в рамках скетча, в рамках постскриптума нашего фестиваля Осо Авиахим, или что там еще звучало? Или резидентка Масада? Сейчас тогда, чтобы разбудить в басисте басиста, нужно громко всем прокричать «Punk not dead». Тогда он проснется. Давайте. Не слышно, чтобы он проснулся, он же спит. Панк в нем спит сейчас. Столько новой романтики. Итак, раз, два, три. Спасибо, молодцы.
Итак, для вас специально последняя песня нашего соара называется «Оса». Можно подпевать в припевах и двигаться в сторону двери. Итак, «Оса Вяхина». В полете смерть в облаках, небесный новобранец, рассеянный свет в пустых аэропортах, где мы танцуем наш последний танец. Оссо. Thank you.
Большое спасибо, приходите еще. С вами был ансамбль веселого галлюцинации «Оберманекен».